made for live betting. Ну что, снова здравствуйте, дорогие друзья, по-прежнему с вами USCC, по-прежнему Тол Злоба. Это вторая карта гранд-финала Лутбет CS, второй сезон. Игра за 18 тысяч долларов за первый и всего лишь 7,5 за второй, поэтому, наверное, оба коллектива бы хотели забрать чуточку больше денег. Чуточку. На самом деле мне нравится, когда распределение между первым и вторым местом больше, чем в два раза, потому что это делает финал намного более красочным, намного более принципиальным. И если учитывать первую карту, которая была просто без шансов выиграно коллективом Gamer Legion, страшно, казалось бы, подумать, что будет на второй. Но не стоит забывать, что винрейт у команд довольно похожи. Статистика у команд довольно похожа. Пускай Виндиго сыграли на порядок больше этих миражей, то есть раза в три больше они миражей сыграли. Но, тем не менее, по статистике обе команды играют хорошо в защите. По игре тоже это можно выделить. И в целом, то есть, винрейт у команд похожи. Да вообще, как бы, тут собралось 10 очень опытных игроков, поэтому, что не говорить, там, в разных командах, в разные времена своей карьеры Counter-Strike все немного играли этот мираж. Да. Это прям классика жанра. Да. Ну, и здесь вопрос только в том, мне кажется, Виндиго чуточку попроще будет сейчас на мираже действовать. Это карта, которая не позволяет... Хотя это Виндиго, они могут и на ней что-то такое этакое устроить, как они делали это на оверпассе. Но, может быть, сейчас чуточку остынут в своих вот этих мувах. Как-то я видел, что они на пистолетке втроем андеграунд пушили в защите. Так что это позволяет им вот, любые вот эти вот твои задумки о том, что, ну, здесь Виндиго, возможно, не будут играть, как Виндиго. Нет, они продолжают делать... вот свою игру на каждой карте, которая доступна вообще в пуле CSGO. На этот раз Gamer Legion выбирает сторону. Естественно, остаются за защиту. И Виндиго будут атаковать. Да, мы, друзья, спешим вам напомнить про промокод LEAK на сайте Lootbet, где вы получаете 100 евро на свой депозит. До 100 евро на свой депозит. Так что, ребята, пользуйтесь. Баннер по трансляции имеется. 50% по пистолеткам у обоих коллективов, но 52 на 10. Бабл забирает. А вот и раунд, который ты говорил только в исполнении Gamer Legion. Два игрока, Аркадий Леандр. Но HS, по нему информация есть. Его уже на префайре здесь проходит. Виктор, контакт со скримом. И скрим эту перестрелку выигрывает. Да, но стоит понимать, что сейчас по точку А мог пойти выход. И, правда, здесь остается по-прежнему только один хампус, к нему пошла перетяжка, но хорошая позиция, уже находится Poison. Да. Скрим понимает, где плюс-минус может быть игрок, и Напки его дождался. Да, Poison здесь попытался зайти в спину и был убит. Ну, выход по точку Б. Кстати говоря, Навк пока что без хелпы тиммейтов. Хелпа очень далеко, будет долго идти. По Навку информация есть, смок великолепный прилетает в окна. Ну и дальше Навк просто тапами работает, тянет время и пытается дождаться тиммейтов. Да и в соло, в принципе, разбирается без проблем. Bubble Ships — это закуска для Навка. Три фрага от него, ни единого потерянного хп. Тут, конечно, он жестко развернулся, успокоил одного, потом приговорил второго. Они даже ничего сообразить не успели, очень жестко отыграл. Да, Gamer Legion показывает, что они действительно сегодня готовы, готовы к этому гранд-финалу. Ну, закупается Виндиго. Коэффициенты ты посмотри. 1.5 на Gamer Legion, 2 на Виндиго. В принципе, после проигранной пистолетки оно и понятно, но вот пока смотрится довольно бодренько. Вот будущее этого миража. Gamer Legion будут принимать точку А. Вот-вот здесь два игрока, к ним уже приходит Навк. Поджигают и честно моментально тушит себя, выходит, а все, он горит по-прежнему. Да, ну и там уже его по инфе просто закрывали, а вот по экзистенсу в тупой нет никакой информации, он забирает уже одного. Тут же размен, Хампус вырубает Виктора, который находился на голове, без флешки он открывался, это была просто сладкая булочка для игрока обороны. И какая зажигательная, но Poison успевает дать тапа Навку, ситуация 2 в 2. Там Б уже Шипс говорит своему тиммейту, мол, беги, здесь чисто, можно ставить бомбу. Сам будет контролировать Китчен. Gamer Legion должны, ну, вот этот расклад не то чтобы предвидеть, но подозревать, что это могло произойти. Это ведь Виндиго, у них всегда кто-то есть на другой части карты. Серия разменов, но Скрим по-прежнему ждет А. А ведь бомба уже ставится на Б. Да, и теперь Скрим в такой очень щекотливой ситуации. Он не будет знать, где находится Bubble. То есть он любую позицию, даже в упоре под...
маркета может занимать, но скрим идет с шарта. Кстати говоря, неплохо в перспективе может оттуда поработать. Да, плюс он подобрал киты в окне. И сейчас вот в целом у него времени достаточно. Бабл, ему нужен один четкий выстрел. Один, единственный четкий выстрел. Ему нужно как-то услышать скрима и свою позицию не спалить. Все, прекрасно понимает, где находится скрим. Но смог хороший на бомбу. И Бабл сейчас пытается в этот смог работать. Скрим на дефьюз, садится Бабл, нож надо резать. И это похоже не за дефьюз. Это просто трэш. Да, Бабл зарезал соперника, но Скрим воспользовался выстрелами оппонента, чтобы сесть на диффуз. Он понял, что там патронов уже не остается, и не туда вообще стреляет игрок с дезертеглом, и просто Скрим на морозе не стал даже ничего делать, не стал вот эту перестрелку ввязываться. Спокойно сел и раздефьюзил, как у себя дома. 2-0, Виндиго сейчас закупается благодаря этой бомбе. Да, благодаря бомбе, благодаря тому, что зарезали соперника, и что у Gamer Legion никто не выжил. Конечно, этот бай был абсолютно логичен, но вот бай в целом равный у команд более-менее. Но есть АВП от Пойзена. И тут сейчас может быть дуэль против Навка. Там, кстати говоря, прошел уже в аркаду Хампус. Он за вайтбоксом на топ-мидле. Все, Навк получил информацию, что в мид вообще никто даже не ломится. Даже близко здесь никого нет. Зажигательно по таймингу идеальному. Сейчас кладется в яму и не могут начать действовать Виндиго. А ведь гранаты-то уже полетели. Да, здесь хорошее время выигрывают игроки Gamer Legion. Но вот Экзистенса убили. И это уже проблема. Тут пытается HS. Какой тайминг? Бабла забирает, но он сейчас должен погибать. Правда, Навк вовремя по его инфе начинает работать с тикета. А там смока почему-то нет. И выходит Хампус на охоту. Видит Шипса, дает информацию Скриму. Видит Пойзена. Нож. Но это, ну нет, нож был бы здесь слишком, нужно было бы бежать. А Шипс остался один окруженным. У Хампуса-то была инфа, Хампус точно знал, куда ему идти. Не стали подбирать трое ВП. Да, и сейчас денег у Виндиго опять же нет, но в принципе какой-то бай можно здесь даже и придумать. Но докупают вот калаш, блокер. И от одного девайса будут играть. Да. Но, с другой стороны, пара арморов есть, даже 4 армора на команду Виндиго. Так что при том, что блокер вдруг потеряет девайс, будет, если что, кому этим воспользоваться. Да и диглы в целом у Виндиго выглядят перспективно. Два игрока по точке Б, один в апартаментах и два на старте. Навк просматривает пока что мидл с АВП, и тут его никак не выгнать с этой позиции. Ну вот только вот если так выйти хорошим таймингом, Навк, если откроется, может и погибнуть. Вот да, тоже вот с одной стороны он сейчас на кураже, жестко отыгрывает, все это круто, но вот тут он мог подставиться. С другой стороны, отрезали его просто смоком, он вынужден был уходить, тут буст. Калаша с попыткой снять игрока на зиге. И подставится там Хампус или нет? Ну, Хампус-то, по идее, вот играет из лифтов, закрыто. Скрим, если что, ему поможет. Да, там два игрока в зиге. Это проблема, может быть, для Виндиго. Они такого могут просто не ждать. Бустуется, но здесь уже скрим. Ну, что так, что ты сделаешь, когда вот такие тайминги ловятся Gamer Legion? Да. То есть, вы сделали буст против шарта, он не сработал. Только вы его разобрали, тут же выходит скрим и забирает вас, когда вы буститесь в окно. Здесь ничего не сделать. Ни одного ХП не потеряли ребята из Gamer Legion. Это был идеальный раунд. То есть даже если бы у Виндиго в этом раунде были девайсы и большее количество гранат, тут просто Gamer Legion сыграли намного умнее. И 4-0. Но это пока только лишь начало. Виндиго вновь получает девайсы на руки и вновь готовы отвечать. Но начало очень страшное для Виндиго, учитывая тот момент, что они уже проигрывают в этом BO3 со счетом 1-0. То есть эта карта для них может быть стать последней в этом гранд-финале. В этом турнире вообще. Но это второй сезон, если что, на третьем отыграться. Кстати говоря, Виндиго действительно все дальше и дальше заходит. Походу, в первом сезоне они отвалились там примерно в 1/4 или в 1/8, по-моему. А это знаешь, как здесь уже в финале. Проходишь игру, там какой-нибудь Dark Souls. Ага, босса боссе, сначала 2 хп снял, потом пол хп снял. Ну и глядишь, к 15-му сезону Виндиго и станут чемпионами. Ну, конечно же, шутки шутками. Виндиго хорошая команда, очень классная. И, надеюсь, сегодня нам третью карту покажет. Да, как минимум в гранд-финале хочется рассчитывать на большее число раундов. Я уж не знаю, потому что 16-5 на первой карте было довольно быстро сыграно. Хампус нам показал, что, ребят, не забудьте сказать, что решетка не разбита. Мы не зря это сделали, обратите на это внимание. Ну и Виндиго пока что копится в направлении точки Б. По крайней мере, бомба лежит под Т-респауном, но ближе к Б-сайту, и основное звено действует именно в том направлении. Интересно, что именно в этом раунде Gamer Legion выбрали крайне пассивный стиль обороны. Нигде никто не показывается. Там просто чекнул Хампус на мидл, выцеливает Зиг.
Тиммейты точку Б контролируют прям вот непосредственно из Б дома, но если что, также упрыгать можно очень-очень быстро. Да и в точке А закрытые позиции непосредственно в самом сайте. Да, не в отдачу играют, но тем не менее. И, в общем-то, Виндиго не дождутся никаких действий от Gamer Legion. Им самим придется сооружать свою атаку. Пошла раскидка. Сейчас смог там на старт, по-моему, был брошен. И перетяжка. Отвлекающий смог в мидл, перетяжка под точку А, будут ли ходить, выходить под контакт, либо раскидывать. Потому что на руках осталось два смока, опять же, одну позицию закрыть не получится. И какая зажигательная, круто по таймингу от Gamer Legion. И сейчас выход будет очень трудный для Виндиго. Так, выход пошел. Ага, а там только стоп под ковры, игрок забежал, но правда его моментально нашли, как и HS-а. Нав разбирается сначала с одним парнем, потом выходит на перестрелку со вторым, а вот бабла закрыть уже не успел. И Хампус со Скримом остались вдвоем. Да, Навку на этот раз повезло чуточку меньше, но Скрим опять же работает с позиции Сити и еще фраг находит. Да, ситуация 2 в 3, но позиционно Виндиго сейчас в проигрыше. Вот вопрос только, пойдут ли Gamer Legion на этот ретейк или нет. На коврах перспективная позиция, но ее можно закрыть смоком. Правда, смок, скорее всего, отправится на бомбу. Да, есть еще и зажигательная, она-то уж точно полетит именно туда. Либо в яму. Да, зажигательная на ковры, смог на бомбу, все как мы и говорили. Забирается Виктор, тут прикрыть мейт не смог. Poison, Scream, тап, залетает, какой выстрел в смог, но времени слишком мало. Scream на развороте еще и снайперскую винтовку тут теряет. Ну не знаю, стоило ли это того. Но в этой ситуации Scream, скорее всего, должен был перестреливать Шипса. Это понимал и он, и все мы, и вероятно Шипс. Но все-таки Шипс эту перестрелку выиграл, фраглидером является Хампус. Но вот раунд-то все-таки проиграл его коллектив, а деньги заканчиваются у Gamer Legion. Круто действует Виндиго, и вопрос напрашивается сам собой. Это специально такая задумка у них в раунде не закрывать Сити смоком, то есть чтобы можно было работать по игрокам, которые находятся на тикете. То есть не первый раз мы это уже видим. Есть такая вариация раунда, да. На самом деле. Она рассчитана на то, что вы быстро закроете здесь парня, а потом, возможно, еще и прооркадите. Смок не попал в окно, Хампус успел нанести урон по Виктору, но урон не летальный. Но по гранатам посмотри, как мало у Виндиго. Осталась только флешка, боевая и молотов. И куда идти с таким набором? Но стоит отметить, что у Gamer Legion там не полный раскид, там пара смоков и пара флешек осталось. Поэтому тут в целом баланс некий возникает на карте. Но они в защите. И так, в принципе, неплохо. А вот вам-то позиции ключевые закрывать нужно. Им норм. Ну вот смок один отправляется на коннектор. И Виндиго будут соображать свою атаку далее. По карте Скрим подставляется под поздно. Есть минус. Вот это хорошо было сейчас сыграно. Энтри-фраг есть, нужно реализовать. Подставляется Хампус, пытался по инфе сработать по таймингу. И, кстати говоря, у него неплохо-то получилось. Куда перетяжка пошла? Poison остается в роли люркера. Четыре тиммейта под точка будут действовать на контакт, так как гранат нет. А там два игрока, укрепление хорошее. Тикет плюс дефолт. Есть также Хампус, который подходит и очень быстро окажется с джангла. Ну тут Виндиго прям нужно серьезно постараться, чтобы эту перестрелку выиграть. На экзистенса просто посыпятся игроки. Да, без гранат, но тем не менее перевестись ему будет очень сложно. Сознательно пропускают яму. И главная цель — принять ковры. Бабл падает, но HS не ожидает второго игрока на той же позиции. Его прострелами забирает Виктор, пытается ответить Хампус, но также не справляется. И Навка добирает Poison. Очень четкая стрельба от болгарской команды. Вот этого не хватало на оверпассе. Вот этих хедшотов, этих лютых тапов от Виндиго. И когда они начинают вот ловить свой кураж, свою игру, когда у них стрельба летит, вот это все так и происходит. В общем, без шансов для Gamer Legion. Хотя изначально, казалось бы, укрепление точки А должно сработать. Деньги закончились. Экономический раунд от Gamer Legion сейчас. Да, по 250 для HS, остальные с дефолтами. Existence P2000. И распределяются по карте. Gamer Legion чаще всего в защите. На экономических раундах действуют немного иначе. Но вот в этот раз решили попробовать ничего не укреплять. Хотя вот можно сказать, что на Б тройка, да, если учитывать Хампуса. Ну да. Но Виндиго никуда не торопятся. Они все так же играют от своего дефолта. Два игрока Сандера, смог в окно, потихоньку занимает коннектор, плюс вычисляет шорт. Просто классика жанра на Мираже. Тут до ладера сейчас, наверное, прогуляется. Poison, кстати говоря, там будет у него контакт против Хампуса. Но здесь Gamer Legion. Нужно стараться жить как можно дольше всем игрокам. Не для того, чтобы там как-то раунд выиграть или выбить что-то из соперника. Для того, чтобы гранат побольше потратили Виндиго. Вот сейчас минус $400.
Это серьезный урон по экономике. Минус еще 300. Да, вот эти вот, казалось бы, мелочи, но они тоже имеют место быть. То есть, чем больше гранат потратит команда на этот раунд, тем больше ей придется их закупать на следующий. Да, так что в случае вашей победы в будущем в раунде вы, вероятно, выведете команду Виндиго на не самый комфортный бай по гранатам. Как раз таки, а это один из важнейших моментов. Ну, попытается сейчас, конечно, отстрелить еще кое-какие девайсы. Хорошо бы забрать себе калашников, унести в следующий раунд. Он бы скриму там с экзистенсом на пару пригодился. И бабл получает по голове. Завтра будет болеть. Но в целом, скрим, экзистенс, навк распределились очень широко. Так что, вероятно, какие-то качественные перестрелки здесь навязать не удастся. Экзистенс бачком, вообще спиной. Он от флешки отворачивался. Ну, он, скорее всего, чекал, никто ли не вышел под Б. Но, тем не менее, Нав, кстати говоря, фраг дает по блокеру и засейвит автомат Калашникова. Здесь его уже никто не перехватит. Это хорошее экономическое приобретение. Да. 4-3 Виндиго в шаге. Нав может купить себе АВП, у него плюс будет флешка. Калаш отдать тиммейту, и вот уже некий плюс. Но он докупает себе армор, так что не увидим мы АВП для Gamer Legion в этом раунде. Ну, за исключением, может быть, того факта, что Poison, может, им отдаст. Не стал он играть без армора с авиком. Хотя Навку кучу фрагов дает с АВП, и, может быть, стоило рискнуть. Но вот коэффициенты у вас перед глазами, дорогие друзья, все вы прекрасно сами. Видите, равный матч, равная вторая карта. Там очень серьезно урон наносит раскид команды Виндиго по Gamer Legion. Existence и Чес уже остались битыми. Ну и пока что холд от Виндиго, никуда не торопятся. Начало неплохое, нужно его реализовать. Бомба по-прежнему стоит на Т-респауне. Пошла раскидка смоков на мидл, там все закрывается. И сейчас блокер под эти смоки будет действовать с тиммейтом через коннектор, пока три их тиммейта будут выходить на А. Ковры плюс яма. Интересный раунд, но вот тут укрепление в коннекторе от Existence и HS. Да, HS должен был байтить, Existence зарабатывать, но там уже буст в окно произошел. И смерть блокера здесь не будет иметь какой-то ключевое значение. Самое важное, что блокер начекал сейчас двоих и выжил. И сейчас шипса здесь, скорее всего, никто не ждет. Скрим подставляется, блокер. Сколько всего он сделал в этом раунде. Просто невероятный импакт. Existence коннекторе, по нему 100% информация должна быть. У Хампуса хорошая позиция, может и сработать. Но Навк успел найти один из важнейших фрагов. Он забрал игрока, который мог обойти их в спину. Минус шипс. Не тут красный блокер через коннектор подключится. Existence должен будет его забрать. Existence есть фраг. Далее открывается на хорошем тайминге, но стрельба не пошла. 1-1. Навк проигрывает Виктору дуэль. Трипл килл от Виктора. Хороши, Виндиго. Просто все идеально. Сделали очень классный раунд. Вот эта раскидка мидла, закрыть ключевые позиции, потом подсадить игрока в окно. И самое главное, что там бабл не подставился под это укрепление в коннекторе, начекал и все. И он как бы как заноза у тебя в одном месте. Ты не можешь уйти на другие позиции, потому что ты ожидаешь, что рано или поздно бабл в коннектор откроется. Вот он и сработал, да. Причем, ну вот, подсаживать скрима там было очень рисковым мувом. На него вышли, конечно, Gamer Legion. Но вот, как мы видели, это принесло им только беды. Потому что энтри-фраг был все-таки за Виндигой. Дал его именно красный блокер. Ну что, 4-4. Экономический раунд от Gamer Legion. Будут пытаться далее возвращаться. Потому что пока они реально отстают экономически по инициативе, да и по игре. Ну сейчас докупятся какими-то ЦЗшками, возможно, пистолеты, диглы плюс пару гранат даже, возможно, будет. Но, опять же, Виндиго очень уверенно пока что свои дефолты отыгрывают. Шансов практически не дают на этих вот форсбаях экономических. Бабл у нас тем временем по статистике сильнейший игрок пока что на этой карте. Но прошло всего лишь 8 раундов. И Виндиго, конечно, хотелось бы вырваться сейчас вперед, там какую-то серию набрать, 7-8 хотя бы, чтобы все-таки уверенно себя чувствовать на второй карте в защите. Определенно. Там появляются постепенно арморы к этим дефолтным пистолетам. Хотелось бы увидеть все-таки какое-то нестандартное исполнение вот этого экономического раунда. То есть какое-то массированное укрепление одной из точек. Либо, может быть, агрессию какую-то. Либо под флешку ворваться как-то с коннектора плюс шорт. То есть да, это часто минимум более зрелищно. Мираже, да. И это эффективно, что менее того. То есть это может сработать действительно. Но Виндиго, кстати говоря, зачастую играет. Вот, хоть и хорошо, хорошие дефолты, но очень быстро занимает, пытается прям ключевые позиции на мидле. Вот в упоре. И вот это как раз-таки аркада какая-то с коннектора с шортом может и привести к потере, по крайней мере, нескольких девайсов. Да, то есть это как раз-таки
та точка на карте, где шанс выбить АВП очень высок. Вы можете выбить там АВП и хелпующего у него игрока, разменяться как-то, остаться даже 3 в 3, но с подобранными вот этими ганами и далее постараться точку А там, например, защитить. Это вполне себе выход. Но, естественно, это на бумаге все выглядит перспективно. Да. Когда вы встречаетесь с Виндиго, который вот так стреляет, как они показывают за последние несколько раундов, тогда все эти, конечно, наработки могут и не сработать. Но опять же, Gamer Legion тоже очень уверенно себя чувствует и чуточку здесь подсдали, но счет-то равный, и это Мираж. Мы часто видим вот такие вот упорные счета. И на первой этой карте был 8-7, по-моему, 10-5 по итогу. Хотели мы 8-7, конечно. Возможно, сейчас увидим. Возможно, увидим. А вы, дорогие друзья, не забывайте заходить на сайт Lootbet, использовать промокод Лига и на первый свой депозит получать до 100 евро бонусом. Да, также проходите по баннеру прямо под трансляцией, там написано «Есть идеи, предлагай», оставляйте свои отзывы о данной трансляции, вообще можно, ну вот, о чем угодно, просто выскажите свое мнение, да. Хорошее, плохое, давайте будем делать данную трансляцию интересной для вас, чтобы она вам больше нравилась, чтобы у вас было больше желания проходить к нам на матчи и смотреть вот такие вот невероятные противостояния, как Gamer Legion и Виндиго. Ну, сейчас, наверное, все-таки пятерочка Виндиго должна уходить, если каких-то там сверхъестественных сил не подключится от Gamer Legion. Ну и дальше. Ну, интереснее уже смотреть вторую карту. Виндиго здесь в атаке смотрится пока что шикарно. Подожди. 8 раундов только прошло, счет пока 4-4. Сейчас накаркаешь, тебя потом съедят в чате. Ну, хочется просто уже Dust 2 посмотреть. Подожди. Тут пуш ковров. Оу, попадание в ноздрю. Просто бабу. Но на 10 хп он успевает закрыть соперника. А дальше с бутылкой в руке открывается на кампуса. Падает тут же. Но выход уже произошел, да, на точку А. Уже игроки на точке А. Но есть игрок ковра, который рано или поздно откроется. И это знает Виндиго. Поэтому сейчас комфортные позиции для себя занять будет крайне тяжело. Брада Брокер в упоре по тике там. Вот только... Да, теперь о нем знают. Там два игрока уже сети готовы их скрывать. Хампуса выключает по итогу в коврах. И 3 в 4 будет сложнейший ретейк для Gamer Legion. 2 в 4 уже не ретейк, но скрим находит для начала блокера. Вот дальше можно и Виктора как-то попытаться подцепить и похоронить. Но много контрраскида у Виндиго, они просто не выпустят соперника на попытки даже ретейк. Поэтому все понимая, Gamer Legion уходит на сейф. А Шипс уже готов не давать сейфить. Вообще, на самом деле, Виндиго довольно самоуверенная в этом плане команда, потому что оставшись там 4 в 2, 4 в 3, они часто отправляют Шипса на выбивание девайсов, да, да, уже. И чтобы них не засейвили. Но вот сейчас это работает крайне эффективно. Навк потерял тот самый Калашников, который для себя заработал. Скрим последний с диглом, но этот дигл ему особо-то роль там не сыграет в следующем раунде. Сейчас будет хороший Bio Gamer Legion. И тут же берется пауза, которая, мне кажется, на руку как одной, так и второй команде. Потому что Виндиго сейчас тоже могут что-то нашифровать интересное. Ну вот, правда, пауза была уже перед предыдущим раундом. И что-то вот как-то закрадывается мысль о том, что пауза может быть и технического характера, да, раз уж они так часто берутся. Что отлетал уже игрок на оверпассе у команды Виндиго. Может быть, какие-то проблемы, лоссы, потери пакетов. Все бывает. Но у вас пока что есть время как раз-таки заходить на сайт Lootbet и делать ставки. Тем более, что вы там еще и зарабатываете MR-поинты, которые... В конце недели, если вы входите в тройку лучших, то вы забираете бесплатные и крутые, очень крутые скины от Lootbet. Да, на самом деле, ребят, если еще не были там, обязательно зайдите. Там очень удобный интерфейс, там распределение по дисциплинам, дням. Заходите в конкретный матч, там куча-куча опций для того, чтобы сделать ставку. В общем, там все сделано для того, чтобы вам было комфортно. Пользуйтесь. Пользуйтесь, ребят. По одному авику у каждой команды. 4 автоматических винтовки прилагаются. И смоук... Нет, это флешка полетнит. Вообще дикой. Ну и пуш мида от команды Gamer Legion. Ну, а там приводит... никого. Да, там не никого. Приводит к сбору информации. Но, с другой стороны, позиция занята. И я не знаю, что Виндиго сюда сейчас не выдвинутся никоим образом. Да, мидл контролируется. И это дает понимание, что будут действовать, скорее всего, под... Точку А, наверное, все-таки. Хотя бабл какой тайминг, он не видит игрока на мидле. Вот сейчас Existence затылком своим подставляется и Poison. А здесь Шиз по точке Б играет люркера. Накалил очень серьезно Хампуса. Скрим вне позиции, у него патроны в МК. О, ауги заканчиваются, но у Шипса также не полетел. Ни один не залетел, просто по скриму. Скрим просто перезаряжается на морозе за углом и забирает в итоге Шипса. Скрим последний, инфа по нему есть. Его уже идут душить. И, в общем-то, шестерочка для Виндиго. 6-4. Болгары очень серьезно взялись за эту карту.
Ну а Gamer Legion в очередной раз должны будут экономить. На этот раз, конечно, денег побольше могут потратить. Это будут и арморы, и опасные пистолеты, пару гранат также докупят. Но, тем не менее, раунды-то не берутся. После счета 4-0 Виндиго включились по полной. Сейчас у них денег достаточно для того, чтобы закупаться, ну, чуть ли не до конца половины. А вот Gamer Legion тем же самым похвастаться не могут. У них по 2000 на руках и не дефолтный пистолет. HS у Пориса, ЗЭшка хороший девайс, чтобы здесь поработать. Но опять, что за тайминги-то? Снова затылок, снова HS, Existent также отваливается. И втроем уже Gamer Legion остаются против пятерых. Хорош навк. Нам нужно давать еще 4 таких же фрага. Да, и совершенно верно, что это специальная задумка не бросать смок на тикет. Потому что постоянно эта позиция пустует от Виндиго. Хампус хорошо открылся. Ощутимый дэмэдж по Виктору вливает. Но тут уже молотовы подгорают и, наверное, попытается хотя бы арморы засейвить на следующий раунд. Просто вот смоук на Сити бросать не всегда хорошая идея, потому что там может игрок сыграть за ним, да. Во-первых. Во-вторых, именно за смоком готовят свои гранаты часто игроки на ретейк и прочее. А так вы смок туда не кладете, и игроку защиты как бы хочется найти. То есть у него открытое пространство, ему хочется выйти и дать фраг. Он выходит, умирает. А вы здесь уже за счет того, что вы знаете, куда вам конкретно нужно смотреть, потому что одна позиция не закрыта. Вы выходите просто там на широком стрейфе с тиммейтом и в двоечка его перестреливаете. Да, но это работает только если вы грамотно закрываете все другие позиции, что и делают, собственно, Виндиго. Посмотрите на раскид, смок лежит на головах, на джангле, молотов летит под ковры. И, естественно, это работает, если вы еще и стреляете, как Виндиго. Потому что если вы стреляете... Ну, или хотя бы стреляете на уровне с соперником, давай да, так. То есть, что, если вам ставят там с первой, то такие раунды, конечно, будут не работать. Ну что, 7-4. Вырывается вперед Виндиго уже на 3 раунда. Сейчас хороший бай снова для Gamer Legion. Нужно бы его, наверное, забрать, если они хотят более комфортно для себя закончить первую половину. Ну, пока обошлось без контакта, вот он в коврах интересно заместно мечается, потому что именно бомба находится, собственно говоря, в паласах. Виктор первым номером выходит. Экзистенса видит, легко забирает HS, ну должен читаться. Виктор, у, какая тут интересная перестрелка была, но поизом прострелом хоронит все-таки HS. Навк ждет как раз-таки поизна, поизн. Так, стол показался, Навк пропускает оппонента, будучи в блайнде. Идеально все сделано от Виндиго, идеальная моментальная флешка. Тут игрок на медле, но бабл закрывает коннектор. Хампус подставится сейчас, но не вывозит эту стрелку. Стрельбу бабл. Остается красным Хампус. Правда, блокер очень классно здесь сидит, и Хампус здесь никак не выйдет, если только нереальный тайминг не словит. Ну, либо если тиммейты Хампуса помогут ему чем-то блокера забрать. Нет, все-таки есть минус от блокера, есть информация теперь, что парень в коннекторе. Смоком его закрывать было бы слишком рисково, потому что на ретейк не останется этой гранаты. Половина таймера бомбы уже прошла. Игроки защиты окружены. Шипс там вообще начинает уже работать из апдауна. Спешит под точку выбивать девайса. Навк. Шипс, как же идеально все сделал. Увидел игрока, который выходил с мейна. Но теперь в Навку тоже информация есть по Шипсу. Хороший стрей. Стрейф Навк не был готов. Скрим остается 1-3. Ну и скрим, скорее всего, останется при своем. Ауг на руках, но Виндиго берут 8 подряд. Счет же 4-0 был, я ничего не путаю, да? Да, да, все верно. 8 подряд. Да, дорогие друзья, не забывайте писать нам хэштег UCC Studio, писать в Twitter, писать на Twitch, задавайте вопросы, просто посылайте фотки, как вы смотрите этот гранд-финал. Интересно ваше мнение послушать. Лучшее то, что вы будете писать, лучшее будут выбирать наши режиссеры, и вы попадете в прямой эфир. Да, потому что чат читать возможности у нас тут нет, но вот таким вот образом можем с вами, друзья, пообщаться. Особенно если учитывать количество пауз вообще в первой половине. И видно, как заряжены это обе команды, то есть не хотят они отдавать преимущество. Постоянно берется пауза, постоянно подключаются тренера. Тут и Existence, наверное, активно сейчас пытается что-то своим тиммейтам объяснить. Но пока атаки Виндиго вообще контрить возможности нет. То есть за последний раунд, я не помню, чтобы там... А, ну, по-моему, один раз Виктор оставался один на один с Навком, когда он с тикета перестреливался. Да. А так-то до этого, то есть остальные все раунды без шансов. Там Виндиго 3 в 1, 3 в 2 оставались. То есть... Gamer Legion не хватает энтри-фрага. Очень серьезно не хватает энтри-фрагов вообще.
Вообще хотелось бы посмотреть под конец половины статистику как раз-таки по этому параметру, потому что вот Виндиго сейчас не подставляются по карте, а потом выходят и массированно давят одного-двух игроков. Все, они в огромном подавляющем большинстве. А как ты сделаешь эти энтрифраги? Вроде бы пытаются Gamer Legion там бросать смок Астралис на мидл, пытаются аркадить, но на миде никого нет. Аркада в ковры тогда тоже ничем не закончилась хорошим. То есть они-то пытаются эти пиков искать. Они пытаются эти моменты создавать, но вот Виндиго настолько хорошо играет свои дефолты, что вообще нигде не проваливаются. И слушаю я, как общаются игроки. Да, пауза отжимается. Ну, в общем-то, это некая версия экономического раунда. Да, пускай и при двух девайсах, куча арморов, гранатах, но все-таки деньги оставляют на бай в следующем Gamer Legion. Пара диглов, ЦЗ, ну и вот UMP с засейвленным аугом. Ну, кстати говоря, вот такие раунды часто и заходят, когда вот не получается взять серию девайсных, ты стараешься, потом берешь просто пистолеты, арморы, какие-то юмпы, здесь аркада под точку А и укрепление, вот уже энтри-фраг тот, о котором ты говорил, HS в упоре, возможно, здесь будет непрочитан, он отворачивается от флешки. А, причем тиммейты эти флешки накидывали, но Скрим уже выходит на трипл килл. Тут и по тиммейту, и по сопернику начинают стрелять, и все-таки добирают Шипса. Как вот ты и подмечал, да, именно такие раунды и берутся. Тут почему? Потому что они рискнули, они не просто рискнули, они сделали вообще просто ставку ва-банк. У них 4 игрока сконцентрировалось на точке А, 3 из них, по сути, отвечали за выход из дефолтных позиций. Да, в упоре все находились, что немаловажно, и такое не читается, как правило. Ты убиваешь игрока в упоре, убиваешь второго, но третьего ты здесь уже точно не ждешь. А вот теперь нап, хороший респаун, может подзабрать игрока на старте, но не открывается Виндиго. Да. Но, с другой стороны, нап получает инфу. На мидл парни не выходили. Вандер сейчас тоже будет поглядывать, поймет, что там тоже никого. Две снайперские винтовки на руках у Gamer Legion. И это проблема, потому что на Мираже играть против двух АВП очень тяжело. Тебя постоянно где-то пикают, постоянно подставляться нельзя. Плюс, когда у тебя два АВП в защите, ты можешь одного игрока оставить на Б вообще смело. Да. Это, в принципе, сейчас и делает Gamer Legion, потому что перетягивается опорник Б под джангл. И здесь прострафил Шипса. Очень хорошо на пол хп. Но Шип слышал, как игрок ушел на Б. И он понимает, что на Б сейчас двое, на А трое. Вот это Шип точно знает. И если он сейчас на Сити уйдет, нет, идет через джангл. Да, вылазит, он просочился. Вылазит на Сити, пойдет по точку А. Ой-ой-ой, как же опасно сейчас для Gamer Legion. Виндиго нужно стоять на позициях, никуда не идти. Нужно ждать, пока сработает Шип, но он боится. Он хочет отрезать перетяжку. Да, и Скрим подставляется. Это сюрприз. Ну а теперь Навк по нему может спокойно работать. По Шипсу вся информация есть. Но Шипс не так прост. Он не пойдет сейчас, наверное, на агрессию. Он флешку будет ждать от тиммейтов. Он просто пойдет. Ты посмотри, он реально идет. Он идет, находит Навка, дает по нему минус. Правда, есть два ответных фрага, но Хампус и Existence оставались вдвоем недолго. Хампус последний. И бомбу можно ставить закрыто от него, потому что знаю, где находится швед. Да, у него полный набор гранат. У него есть снайперская винтовка, но, наверное, все это хотелось бы унести в следующий раунд. Это девяточка для Виндиго, и неужели зеркалка у нас на первой карте будет? На второй? Пока вырисовывается именно это. Да, если 10-5 сейчас обыграют Виндиго за атаку на Мираже. Плюс хочется напомнить, что обе команды обладают хорошей статистикой именно в защите. О чем тоже не стоит забывать. Поэтому Виндиго, перейдя на более пассивную сторону, вероятно, будут играть еще более продуктивно. Хотя мы уже говорили о том, что в рамках данного матчапа не просто судить о том, как будут развиваться события на той или иной половине. Ну, я могу отметить только одно. Как только Виндиго начали играть более, скажем так, в классическом ключе. Стиле, да, в классическом ключе, то сразу же раунды-то пошли. То есть как только они не придумывают вот чего-то нереального, вот этих двух снайперских винтовок, этих непонятных мувов на разные точки, классика жанра, и все работает. Нет, Виндиго сейчас не без организации. Они решили все свои вопросы с организацией. У них теперь новый тренер, и они вот с новыми силами играют. Ну, правда, это произошло довольно давно, и вот все их проблемы решены были тоже давно. Это как раз-таки, когда эти проблемы и решились, Виндиго и начали очень хорошо играть. Кстати, да, они начали люто набирать как в результатах, так и в форме. Там хорошая позиция, перспективная за смоком. У Existence он дает два фрага, возможно и три. Ну, тут Poison, конечно, не имел права не разменяться. Шипс пытается найти еще кого-то, но никого здесь уже нет. И капитан уже внес реально жесткий импакт в этот раунд. Очень хитрый мув, на самом деле. И он часто работает. Я тоже люблю такое практиковать. В Вандере под смоком не ждут никогда тебя вот здесь с аугом.
Но втроем Виндиго против четверых еще могут такой раунд размансовать. Пойзна здесь зависит многое. Бабла тем временем перестреливает. Пойзн ищет коннектор, находит там Хампуса. Но второго игрока точно не будет ожидать в этой позиции. Да, там может выйти сейчас разменяться Ичес. Ичес уже вышел на центр. Шипс открывается под Б. Тут Навка прожигает. Нав горит, умирает. Это 2 в 2. Бомбу можно подхватывать, перетягиваться по точку Б. Но игрок-то в Андре. Эйчес идет, и сейчас Пойзен прямо к нему в лапы принесет эту бомбу. Ну неужели даже краешком... Hello. Ну неужели даже не было понимания, что возможен игрок в Андре? Ну не было. Тут Шипс прошел, в принципе. И тиммейт был в миде не так давно. Собственно говоря, он и сам был Пойзен в миде. Все чекал, никого не было. Эйчес! Жестко отстреливает Шипса. Зеркалочки нам не дали посмотреть. 9-6 заканчивается. Первая половина второй карты. Вот этот крутой мув от Existence. То есть там на краю смока тебя вообще не видно. Ты если еще и с зумом, с аугом, ты просто как будто бы в тире отстреливаешь этих зайцев, которые летают по медлу. Разные мувы есть. Там можно еще и 2D делать. Ну, это, в общем-то, круто, но 2D уже рискованно. Тебя могут поджать, зажать со всех сторон. А здесь он ничем не рисковал. Как бы, ну, погиб. В принципе, ничего такого бы не произошло. 9-6, в общем, Виндиго уверенно сейчас в атаке отыграли. Хорошо, прям, ну, вот теперь вопросов к ним нет. Каких-то ошибок таких нереальных они не допускали. То есть вот эти раунды, даже которые брались Gamer Legion, были взяты в борьбе и в равной борьбе. Поэтому тем интереснее вторая карта. Уйдем, наверное, на небольшую рекламную паузу и вернемся на следующую сторону. Loopbet. Made for live betting. 9-6. Практически повторение того, что было на оверпассе. Но не стоит забывать, что все это время Виндиго играли в атаке. Да. За сторону, на которой у них статистика чуть похуже, чем в защите. Примерно процентов на 10-15. Соответственно, будем смотреть за их обороняющимися действиями. Gamer Legion уже под точку А стартанули. Смоук, флешка есть. По 250 на этот раз дропнули скриму только лишь. И они готовят свою атаку именно в этом направлении. Там один игрок на тикете, это Шипс играет на чек, будет ретейк играться в точке А. Здесь попробует, наверное, все-таки Шипс какие-то тапы дать. Ну, на самом деле выход-то уже пошел. Так, Шипс приемку пытался осуществить, понял, что нужно отойти. Тиммейты чуть-чуть позже подойдут, а вот и тиммейты. Пойзен есть минус, получает по голове, успевает уйти. Шипс закрыто стоит на КТ. Есть второй фраг, третий уже от команды Виндиго. Два дал бабл через коннектор, находясь на зигзаге. Бомба лежит, падает и скрим. Эй, Чес туда же, как же тут у Gamer Legion все перестрелки сводились на какие-то очные ставки. Ни одного игрока Виндиго не потеряли. Бомба не оставилась. Gamer Legion сейчас будут играть полный экономически, потому что раунды не позволяют играть форсбай. Правда, Хампус приобретает себе пустынного орла. Конечно, попытка отстрелить какие-то голы будет. Но посмотри, три фармган на руках у Виндиго, они готовы фармить. Ну, там три дигла теперь уже у Gamer Legion по 250. Один из диглов отобрали. Его тут же подобрал Эйчес. Ну, Poison... Здесь, конечно, важный фраг дал. Не дал вот какую-то раннюю доминацию сопернику поймать. Смог глубокий, Нав тут останется пока не удел. Но, с другой стороны, Шипс тоже здесь информацию собирать не сможет, потому что вынужден позицию оставить. Понимая, что выход под какую-то флешку мог бы оказаться для него неприятнейшим известием. Шипс пикнул, увидел, все, отошел. Тиммейт может прокидывать зажигательную смело. Да, тут Шипс еще контролирует, возможно, игрока, который будет проходить дальше. Ну, хаешка особо демеджа не наносит. Gamer Legion опять же делает то же самое. Пытается выманить как можно больше гранат в этом раунде. Никуда не торопится. Не стараются тут быстрее погибнуть. Ау. Тут прострелом Шипсу прилетело по голове. 3 хп осталось. Пойзен тем временем нашел второй фраг. Бабл пошел собирать кровавый урожай. Слушаю передвижение Эйчеса. Должен понимать, что второй чел остался еще в Б-доме. Навка не стал забирать. Ну, неужели... Да, он ножом хочет это сделать. Но это будет неплохо. Плюс 1500 сейчас. Чиничопа. Ой, ну рановато он здесь нож достал. Хорошо, что Нав не развернулся. Так бы можно было и баблу по голове настрелять. Полторашка есть, Эйчес последний. И здесь, конечно, Виктор легко с ним справляется. 11-6, Gamer Legion сейчас будут закупаться. Но посмотри, какие уже коэффициенты на Виндиго, на Gamer Legion. Там в районе единицы практически уже на Виндиго.
Так что, дорогие друзья, не забывайте забегать на сайт LoadBet, делать ваши ставки, тем более, что по промокоду Лига вы зарабатываете до 100 евро на свой первый депозит. Да, а при функции ладдера это значит, что у вас больше шансов получать бесплатные скины на сайте же LoadBet. Тем временем Bubble играет очень агрессивно в коврах, причем не один скрим выключает обоих. Для него вообще эти перестрелки не были ощутимы. Ну, интересный момент. Ладно, потом на этом заакцентирую внимание. Попытка пойти дальше на точку А здесь поздно, но погибает. 100%! Какой фраг в полете Навка! Это было красиво. Свичнуть бы свой девайс, возможно, но нет, Poison дальше ищет фраги с АВП. Шипс поздновато прикрывает его со стороны коннектора. И, в общем-то, остается последний 1 в 3. Его уже душит там Скрим. Ну, Скрим, да, идет за своим, казалось бы, трипл-киллом, но на дабл тем временем выходит Шипс. Правда, оставшись 13 хп, вынужден убегать. Да. Понимаю, что этот раунд выиграть уже и не вот удастся. И вот аркада в коврах. Почему Скрим с ней так легко справился? Они просто разошлись вокруг столба в разные стороны. Скрим открылся с одной стороны 1 на 1 и второй стороны 1 на 1. И в итоге два хедшота от Скрима на ровном месте. Но, с другой стороны, беги они. С одной стороны, он мог их в линию забрать. Все может быть, конечно, да. Но факт остается фактом, что по итогу-то вроде бы вдвоем аркадите, а вроде бы и по одному. В том-то и прелесть КС-а, что ты никогда не знаешь, вот сыграй, а не по-другому. Да. Как бы она сложилась. А вот кто его знает? Это, наверное, вообще прелесть жизни. Но Poison, конечно, красиво здесь попадает по Навку. Вот если бы не было хампусов в коннекторе, может быть, там Poison еще какие-то фраги нашел. 11-7, что по деньгам у Виндиго? Смогут ли закупиться? Да, смогут. Poison, конечно, впереди планеты всей сейчас по фрагам. 16-9. Статистика у них. Да, но тем временем разница между командами всего 4 раунда. NeoGamer Legion взяли первый же девайсный, что позволяет им сейчас, если вдруг получится, то быстро сломить экономику вражескую. Ну вот, нужно постараться. Игрок идет в Вандер. И 4 игрока, но это будет люркер. На люркере Хампус, и вчетвером они будут под раскидку, но может быть и на контакт. Нет, просто на контакт, под флешку вылетает Скрим, и еще один тап. Скрим, конечно, последних двух раундов великолепен. Но тут уже не справляется блокер, дает только лишь один фраг. Скрим тут же на размене. Ну и в роль сейчас вступит Хампус. Что очень важно, Скрим не стал дальше сражаться и отошел. Понимаю, что любые далее попытки конфронтации могут привести к его смерти. Есть минус от Хампуса, но Хампус тут должен будет погибать от Бабла. Бабл также отваливается от Хампуса. И вот ключевая позиция люркера, как она много импакта вносит в этот раунд. Хампус дал два важнейших фрага сейчас. Бомба, правда, по-прежнему лежит под точкой А. Ее еще нужно забрать. Там Шипс, у него АУК, у него хорошая позиция. Но времени достаточно, чтобы там все грамотно организовать ребятам из Gamer Legion. Правда, почему-то Скрим на шифте под точку Б до сих пор идет. Он думает, что, возможно, Шипс на сейф уходит. Ну, в принципе, Шипс точно так же часто действовал. Но вот... На самом деле Шипс может раунд выиграть, если Навк оступится, ошибется, если его тиммейты не поддержат. 30 секунд, Навк по-прежнему один. Скрим-то, конечно, скоро уже окажется на КТ, может быть, он и заберет соперника, но... Это страшно, на самом деле, это потому что времени-то все меньше и меньше, и вот так сейчас, если Шипс как-то подрежет бамбу во время установки и... Ой-ой-ой. Скрим, ваш выход, Адиль. Да. Скрим хорошо все сделал в итоге. Да, конечно, было немножечко страшно, но в итоге Gamer Legion справились. Виндиго сейчас без денег на этот раунд. И коэффициент, напомню, был 5 в один момент на Gamer Legion при счете 11-6. Байтишь людей. Ты просто иногда удивляешься этим кэфом. Есть такое. Самый большой коэффициент, который заходил в моей карьере комментатора, который я видел, был 15, насколько я помню. Тогда парни камбэкнули люто. А, то есть они отыграли 15. Да. Это жестко. Там они вернулись на допах, прикончили оппонента, да. Ну что, крепление на тикете, кстати говоря, и туда идет атака Gamer Legion. Может сработать, посмотрим. Тем более, что легионеры выходят под контакт. Они не раскидывают гранаты, они играют на контакт, и здесь позволяет но... это... А прикинь, сюда прилетит ХАЕ 2 или Моли какой-нибудь жесткий. Вот это будет засада. Но, кстати говоря, засада-то работает. Они пошли под флешку, рановато. Но есть 3 фрага. 4 фрага, 5. Чуточку вообще, рановато. Зачистка. Чуточку. Они вообще урона не получили. Да. ЧС в своем собственном молотове потерял. Но не успели еще Gamer Legion в упор подойти. Как раз-таки на позициях идеальных находились, чтобы отстреливать этот пуш. И Виндиго здесь по таймингу немножко промахнулись. Играя в старушку 1.6. Да, где-то сейчас плачет один... Олд в чатике. Плачет?
Ну да, 1.6, это же классика жанра. Но девайсы сейчас у Виндиго есть, и надеюсь, у них что-то получится в этом раунде, потому что по грантам все печально. Флешки, смоки, этого очень мало. Здесь, кстати говоря, Бабл агрессивно играет под шартом. Хампус пока что продвигается коннектором. Здесь еще есть поддержка тиммейта. И, в общем-то, мидл в опасности. Здесь Хампус может и подставиться. Но тем временем Gamer Legion-то уже под точкой. А как Poison, они Poison. Это делают? Poison, знаете, находится нав, выцеливает того. Забрать не успел нав. Блестящая реакция. Existence получает тот же хедшот. И Чес и прыгает, в прыжке мышка. Забирает блокера. И втроем остается Виндиго. У блокера мышка прыгнула. Он там точно должен был 1-2 фрага давать. Он классно открылся. Но по итогу, посмотри, по хп-то Gamer Legion сейчас очень серьезно просели. И если тут шип стайминг словит, плюс Виктор поможет, можно такой раунд и выигрывать. Но Gamer Legion не торопятся, у них еще минута времени. Можно подумать, можно поискать фраги. Но гранат нет сейчас ключевой позиции закрывать. Как эту бомбу ставить? Молик кидать куда-то, ну не знаю, на коннектор, на КТ, для того, чтобы, ну вот она полетела в джангл, а там никого. Да. И бомба ставится, Шипс может выйти, забрать ее, но, конечно, под прикрытием бомбу ставит. Ой. И он двух в рядок кладет. Шипс совершает просто что-то невероятное. И честно получает урон после того, когда у минус, но Шипс остается 1-2. Он знаде находится, оба соперника пытаются. Оу, в блайнде забирает Эйчеса. 1-1 против скрима, он по которому знает. Также есть информация, но у Шипса нет китов. Есть смог на бомбу, китов. Можно забайтить киты. Вот они, вот тут они. Как тут лежат. И у скрима проблемы, потому что Шипс, ну, такой раунд не должен проигрывать. Так, скрим не туда. Скрим думает, что это байт. Скрим думает, что это байт. И перестреливается. Но он успел раздефьюзить бомбу. Бой. Как это было круто. Да, Скрим идеально все делал. На самом деле он четко открывался, не на смог. То есть он дал там пару, дал, скажем так, шотов, смоки. Но ждал вот именно, что будет байт и будет игрок открываться из другой стороны. Доли секунды. Да. 5 опенфрагов, кстати говоря, у Poison'а. Тем временем Скрим идет следом. Ну, в общем-то, скаут постарается Poison теперь реализовать. Вот вы выиграли раунд, казалось бы, но потеряли всех. И в итоге у вас там одна М-ка, один АУК, остальные обделены баем. Но мы знаем, как Poison со скаута хорошо стреляет. Такое. Поэтому тут не менее опасный девайс у него на руках. Ну вот Gamer Legion где-то сейчас нужно переосмыслить, потому что раунд такой очень обидный сейчас отдали. Втроем находится за вайтбоксом, на топ-мидле игрок под точкой Б, а сейчас никто не контролирует, а Виндиго как раз таки укрепляет асайд. То есть нет игрока ни в коннекторе, ни в джангле. Но при этом под Б там важнейший девайс, то есть там ФАМАС и АУК, которые какой-то массированный пуш принять могут, но вот нет контр-раскида, нечем откидываться, когда тебя пойдут пушить толпой, ты можешь максимум одну флешку как-то кинуть, и это все. И есть уже минус по Poison, один из важнейших фрагов. Да, на тикете Poison погибает, но Шипс двоих в ряд кладет. Навк не читает, похоже, Бабла. Нет, он чекает, но Бабл его перестреливает. Ситуация 2 в 2. Блокер уже на коннекторе. Минута времени уже даже чуть меньше. 45 секунд на таймере. Баба по-прежнему в коврах. Бомбу поставить крайне тяжело. Тучи сгущаются, со всех сторон обходят HS. Бабл его ждет, но тайминги. HS хорошо открылся. Бабл отваливается. И здесь Навк сейчас может в перспективе еще и блокера забрать. Но времени мало, Навку придется двигаться, ведь у мина у него бомба, и все-таки дождался в самый нужный момент. Вот теперь блокер Виктор знает, вышел на соперника. Виктор знает, где бомба, вот в чем проблема. И это перетяжка по точку А. Вот это тайминги, как же круто все разыграно от Gamer Legion. Здесь, наверное, бабл, блокер точнее, поторопился с этой аркадой. А если смог наш... Ну ладно, тут HS прикрывает. Но HS красный, может бабл его забрать. Тапы от HS пока не срабатывают. HS просто тянет время. Возможно, навк откроется с авиком на дистанции, но да, не успевает подцепить. Но... Оп, есть фраг. Да, Виндиго сейчас обидный раунд в ответ проигрывает. Ситуация была 4 в 3 или 3 в 2. 3 в 2, по-моему. Да, 3 в 2. И вроде бы и позиции были крутые. Но вначале HS красный. Как же он круто там открылся с Андера. И потом этот тайминг от Навка, конечно, все играет сейчас на Rock Gamer Legion. Вам, друзья, спасибо, что вы с нами сегодня. Вступайте обязательно в наше сообщество. ВК, восклицательный знак, кастерс, чат. Мы вас там ждем с распростертыми объятиями. Аркада, ну, или поднавка, бизнес. Поднавка сейчас в опасности, он один, без прикрытия. Нет, там есть, если что, игрок, который его должен Беги! Ему хелповать, но навк застревает, его съедают, нужно АВП забирать, но здесь уже с коннектора жмет Хампус, он сейчас будет собирать этот кровавый урожай. HS вырубает Виктора,
Но тут же Хампус хорошо спреет по второму. Пойзена последнего добрать с Глока не успел, но Пойзен остается 1 в 3 без армора, с калашом и без головы. Чес карает его 11-12. Ну, неплохая попытка. Выбили два девайса. 12-11. И сейчас Gamer Legion практически уже сравнивают счет. А по деньгам-то все не очень хорошо у Виндиго. Да, бай будет, но нужно... Будет думать сейчас, какие девайсы брать. Нужно делать упор на гранаты. А гранат не так много. Так, смок в окно. Смок на Зиг. Кстати говоря, смок на Зиг, походу, зафейлили. Либо он... Ну да, он там не удался. В любом случае, Gamer Legion занимает центр без проблем. В итоге засмочили где-то. Чтобы туда с балкона никто не вышел. Ну и пока что, опять же, дефолт разыгрывает Gamer Legion. Начали получаться их раунды. Нащупали они нить игры. Смоком закрывает коннектор. Ответный смок от Пойзена, чтобы сопернику заставить уже, задуматься. Уже да, но HS уже зашел. HS знает, что никого в коннекторе нет. Но, возможно, Пойзен должен был его слышать, потому что HS это делал на Е. Попытка проштрафить. Все, теперь точно слышал. Пойзен знает, где находится HS. Кстати говоря, он здесь может так начекать его. Ай-яй-яй! Да? Один КП, один HS! Один! Успевает уйти! ХЕ прокинул! Пойзен 64. Тут, если что, и Баббл готов был подключаться, но по итогу и Чес, как он постоянно выживает на этих лоу хп, непонятно. Время тает, 55 секунд на таймере, бомба пошла перетягиваться по точку Б. Там Шипс, у него позиция очень классная, но он ее меняет. Как я ненавижу, когда кто-то там стоит в момент выхода моей команды, потому что, ну, ты просто его не видишь. Я сколько раз не пытался разглядеть там игрока, его просто не видно. Какой тайминг, Шипс хороший, Хампус погибает. И теперь подозревает Виндиго, что это выход на точку Б. Шипс под машиной, там еще и красный ЧС с одним ХП. Это тоже сладкая булочка для Шипса. Он видит, но навк открывается. Поддержки не получилось организовать, бабл падает. Пойзен как по всей карте идут перестрелки. В итоге 3 на Б остаются у Gamer Legion, и двое будут стартовать через мидл сейчас у болгарской команды. Ну, это будет просто невероятно сложный ретейк, даже учитывая, что у HS 1 хп. Тут, наверное, Виндиго на сейв будет уходить девайсов. 12-12, и казалось бы, так все хорошо складывалось для Виндиго. Этот фраг под точкой Б, и там все, красный HS, там даже где-то моментами читалось у Gamer Legion, что они в каком-то стратегическом тупике находятся, как им выйти по эту точку. Они просто полагались на Навка. Навк сможет, хорошо, выигрываем раунд, ну, пытаемся, по крайней мере. Навк не сможет, ну, что поделать. И Навк смог, вышел и продавил просто точку Б, дав 2 фрага. Да, тайминги на стороне Gamer Legion. Как это все меняется, конечно. 12-12, паритет по раундам, ничья во второй карте. Сейчас по 4 раунда отделяет оба коллектива. Одних от победы и 18 тысяч долларов, а других от выхода в третью карту. Дальний Восток, вот это респект. В час ночи смотреть гранд-финал. Вот это уважуха. Да. Хороший Counter-Strike, всегда, всегда приятно посмотреть. Особенно вечерком, перед субботой, когда, возможно, не рано вставать. Возможно. Ну да. Что там, Баббл аркадит у нас шорт. Ну, он здесь погибает. HS момент контролирует, открывается да под коннектор. HS практически троих закрывает, но по итогу Poison чуточку точнее оказался. Да, там немного не хватило Poison похоронить. И в итоге не отдадут, калаш, Existence подгорел немного, решил, что оно того не стоит. И правильно решил. Ну да, он же там рисковал серьезно. Ну, пока что ждут дальше агрессии. Кстати говоря, Шипс эту агрессию сейчас подарит по точке Б. Хампус четко сносит одного игрока, но тут двое пошли пушить из коннектора. Забрали Existence, но Навка не успели настичь. Навк возвращается в эти перестрелки. Хотя, казалось, именно он за бомбу должен отвечать. Понял, что нужно уходить, подбирает бомбу. Но не успевает никуда ее унести. В итоге Poison остается на бомбе против двух соперников. Заигрался здесь Навк, конечно. Poison сейчас еще и АВП подберет. И это прям классика жанра. Poison с Авиком против двоих игроков. Атаки. Проверяет сейчас поджим стариспауна. Видит, что там никого. И может спокойно действовать дальше под мидл и апартаменты. Они ведь не знают, где он находится. Но он постепенно проходит на телевизор. И не успел ничего поделать. Только зум включил, моментально умер. Вперед выходят Gamer Legion. А ведь они проигрывали со счетом 9-6. 4-0 они выходили вперед до этого. И потом там 8 безответных раундов. Было и дело. Вот только сейчас они снова вырываются в преимущество. И деньги есть у Виндиго. Но, опять же, их не так много. Два авика. Да, два авика — это очень хорошо для данной команды. Там Bubble, Шипс. Вот эти парни могут реализовать снайперские винтовки. Poison
Так, по таймингу не стал стрелять, хае прокинул, и урона нанести не удалось. По серию Грант, выход на центр карты от Gamer Legion. На этот раз не будет подключаться зигзага. Бабл, он уже умирал здесь не раз. Да ладно, он будет, но там блокер идет пикать. И блокер пока в смоках, и его не замечают. Блокер, и Чеса должен забирать, наверное, должно быть прикрытие от одного из игроков из Бельгии. Existence пропускает соперника. Что происходит? Но Poison блокер дает по минусу. Poison как будто бы в плаще невидимки там все это время бегал, его никто не мог найти. Два фрага на ровном месте сейчас по Gamer Legion. Такое преимущество нельзя отдавать Виндиго ни в коем случае. Как же это все просто потно. Вот это действительно финал. Да. Хампус падает. Скрим и Навк остаются вдвоем. Но тут нужно работать максимально, уничтожая врагов. Тут уже о взятии раунда, скорее всего, речь идет, ну, совсем уж косвенно. Нужно забрать трех игроков, как минимум. Навк пытается это сделать, но на машине вот тут с АВП никак шипса не пройти. Он в любом случае в преимуществе в этой позиции. Навк забирает, тут же шипс на размене. Да, потеряли бабла, ничего страшного не произошло. АВП подберут, и тут главное сейчас от скрима серьезно не пострадать по девайсам, потому что хотелось бы Виндиго уже наконец-то с полным баем гранат сыграть в следующий раунд. Но скрим движется к точке А, где нет снайпера. То есть тут блокер и Виктора. В принципе, в очных дуэлях он может одолеть и одного, и второго. Тем более, что у него очень комфортный для этого девайс, очень точный. Пока вот ждет на себя врыва. Судя по всему, скрим Сейф будет оставлять М4-1С. Да, решает поиграть через его девайс. А, ну там просто Заку будет полноценный. У скрима тем более 10 тысяч. Смысла терять девайс здесь вообще никакого нет. Да. И это снова ничья. Снова 13-13. Не отпускает команда далеко друг друга. Продолжают просто душить перманентно. Ну и там деньги у Виндиго не то чтобы копятся, но они, в принципе, в хорошем положении. Ну и Хампус 22 на 17 пока идет. Ну а что сейчас придумает Existence на этот раунд? Было бы интересно посмотреть. Пока что Навк пытается, неужели пикать пойдет? Или это сразу же раскидка точки А? Такого еще не делали. Кстати говоря, Gamer Legion все эти раунды, когда они выходили на А, они выходили на контакт. Раскидки мы от них не видели. Да, но там хорошие позиции занимают. Если Виктора не чекнут, то при поддержке от того же бабла он может творить просто чудеса с этой позиции. Даст два фрага, и можно раунд забирать. Сюда должен Молотов бросаться, но опять же, у бабла будет шанс пикнуть. На все позиции Молотова, как говорится, не бросишь. Зажигательная против ямы. Хорошие смоки легли уже от Gamer Legion. Бабл пока, кстати говоря, не горит, и флешки ему в лицо не залетают. Вот полетели они, в блайнде остается, не успевает отреагировать, бабл упал. А теперь в точке только один Виктор. Виктор! Есть первый фраг, второй дать уже не сумел. И Чес уже троих за раунд хоронит, и вдвоем остается Виндиго против четверых. Смоки рассеиваются, и у блокера есть шанс. Там на внешку бомба ставится, шип забирает. Блокер должен подключиться, нужна хелпа срочно, и она есть. И Чес падает, скрим, Навк вдвоем против двоих игроков. Защиты, шипс под смоком, саугом, очень-очень качественная позиция у него, как же четко работает. Да, скрим на размене, но блокер не заставляет себя долго ждать. 13-14, и вот эта зажигательная, которая была брошена к яме, она выиграла сейчас этот раунд, потому что смоки рассеялись, а бомба не успела поставиться. Ну и с другой стороны, не прикрывали против КТ игрока с бомбой, в итоге 2 в 4 Виндиго берут, выходя на 14 раунд. И не стоит забывать, что у Gamer Legion-то денег не так много, да, они выиграли не так давно раунд, но при этом не так все у них хорошо. Есть немного гранат, но в целом слишком слабый бай. 3 калаша и АВП. Ну вот, например, Existence с диглом. Гранат только на двух игроках. Ой-ой-ой, конечно, тут страшно немножко за одну и за вторую команду. Какой пот! Просто постоянно ситуации один на один заканчиваются. Перетяжка по точку Б. Навк ищет там фраги. Хампус рискует под коннектором. Он в упоре под блокером, но не заходит пока в эти смоки. Есть игрок в окне, и его Хампус перестреливает. Какой проштраф по блокеру прилетает. А ведь мог и забрать. Вот это был бы вак просто. Но может вернуться на эти дуэли. Правда, выйдет сейчас, вероятно, в смок и умрет. Блокер. Блокер падает! Хампус что-то нереальное сейчас в миде творит. А там выход на точку Б уже готовится. На ее постепенно бросает шипс, играя все с более дальней дистанции. Но бабл оттягивается в шарт. И шипс, если вернется, может там под Навка подставиться. Непонятно, с чем там на самом-то деле сидит шипс. Он с аугом, с кичина.
Ну, я не знаю, Шипс уходит под коннектор. Да, Б никого. Игрок есть, конечно, в шарте, но он эту атаку не остановит никаким образом. Хампус начинает работать. Бабл перестрелит. Все, по нему информация есть. Выход пошел по точку Б. Нужно выживать. Баблу нужно уходить. Он понимает, что открываться с той позиции уже смысла никакого нет. Шип. Ситуация 3 в 3. Шип за сайтом. Пока он жив, есть и шансы. Экзистенс. Дигла начинает настреливать. Дает фраг по Шипсу. Очень важный. Но посмотри, уже саппартов Бабл идет. И похоже на таких таймингах его не ждут. Да, Бабл в хорошем тайминге успевает пройти на ковры. Да, Экзистенс будет посматривать, но не стоит забывать, что Экзистенс уже битый, и, вероятно, его смогут быстро забрать. По Экзистенсу поступает информация на минус. Виктор, и как же сейчас сложно будет Бабл на 20 хп выполнять этот ретейк! И Кевин хоронит соперника. Несколько раз запрыгивал на бочку, а в этот момент Бабл, ну, по таймингу смотрел в другое место. То есть несколько раз Экзистенс был просто в секунде от смерти. 14-14. Денег сейчас нет у Виндиго на хороший бай. Они закупают скауты, фармилки и пару девайсов. Вот он, бай последней надежды, потому что дальше все будет еще хуже. Две фармилки будут играть, вероятно, в упоре. 4А от Виндиго. Рисковый мув на одном из самых ответственных раундов на турнире. Сейчас абсолютно оправдан. Хампус ждет врыва. Есть первый минус. Но тут же дает информацию, что там еще пара игроков в упоре яму. Неужели скрим будет открываться? В этот же момент остальные игроки команды Gamer Legion центр контролируют. Да, но скрима там пока что ждут. Но по-прежнему 3 под точка А. Один игрок под Б-сайтом. Бомба пошла именно туда. А, кто там у нас под Б? У нас Баба. Он с Аугом. Ну, вероятно, бомба как-то через Андер подойдет к команде, потому что сейчас под Б вообще инфы нет из Б-дома. Скрим щупает. И вот просто только будет ли он первым номером играть или играть роль отрезающего игрока. Есть HS. Скрим сейчас свою позицию выдаст. Он запускает HS под флешку в джангл. Там никого. Открывается HS. Не перестрелит Виктора. Это очень важно, хотя, в принципе, это должен был это делать. Под Б выход, а там никого. Уходит. Уходит Бабл. Но он может вернуться за сайт. Да, успевает замансовать. От него сейчас все зависит в этом раунде. Видели его. Его видели. Экзистенс сносит Бабла. И это 3 в 3. Бомбы будут ставить на дефолте, понимая, что это самое безопасное место в данный момент. А там Виндиго уже выдвигается на ретейк через Зандер. Два игрока будут идти на Б дома, и еще Шипс будет открываться из кична. Нереально сложный ретейк. Китов нет. Скрим. И вот на таком ретейке. Скрим сейчас самое важное звено в удержании этого ретейка. Виктора забрал, но второго игрока никто здесь никогда не ждет. Но Скрим ждет! И последним остается Шипс. Поступает по нему информация. Один в три остается за сайтом. И Экзистенс просто топит. Погибает, но Навк отвечает. Это 15-14. И это матч-поинт для Gamer Legion 1. У Виндиго нет сейчас денег на девайсы. Не просто матч-поинт злоба, это чемпионшип-поинт. Да, это даже лучше, чем матч-поинт. Правильно? Да. 14-15. Я не знаю, но такие качели. Как же Gamer Legion раз за разом проходит эту точку Б? Сейчас, наверное, Виндиго там всемером будет сидеть. Ну, как минимум, они андер пушат вдвоем. И в спине у HS уже есть пара игроков. Он успевает отреагировать, забирает